В этом году в городском округе планируют открыть 7 новых объектов дошкольного образования. Один из них на улице Красноармейской уже распахнул свои двери для воспитанников. Наша съемочная группа побывала на открытии детского сада «Ромашка». Новый детский сад жители улицы Красноармейской ждали с нетерпением. По случаю открытия во дворе дошкольного учреждения «Ромашка» устроили большой праздник. Для гостей концерт от будущих воспитанников. С этим событием педагогов и детей поздравил глава городского округа Владимир Волков. Я желаю коллективу педагогическому данного учреждения сил, энергии, терпения и творческих таких идей, вот, чтобы впитывали знания и, конечно же, выдавали всю свою любовь, тепло. Огромное спасибо строителям, которые вовремя сдали объект, сдали его качественно. Детский сад смогут посещать малыши от 1,5 до 7 лет. Там 6 детских групп, 2 из которых ясельные, медицинские и пищевой блоки, кабинет логопеда. Для дополнительных занятий музыкальные и спортивные залы. Объект соответствует всем современным требованиям. Садик нам очень нравится. Мы долго ждали его открытия. Все такое интересное, новое, новые группы, новые игрушки, как бы, да, там расстановка сада. Все очень интересно. Конечно, со старым корпусом не сравнится, но мы очень рады, что попадем именно сюда. На улице расположены игровые площадки для каждой группы индивидуальные. Детский сад на 120 мест начнет свою работу 2 сентября. Штат педагогов уже укомплектован. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.